Василий Осипович Ключевский, семьянин. Василий Осипович Ключевский, 1841-1911 годы, происходил из духовного сословия. Его прадед и дед по отцовской линии служили в церкви села Ключи, Чембарского уезда Пензенской губернии. Отсюда и произошла фамилия Ключевский. Впечатления детства врезались в его память на всю жизнь, так же, как и бабушкины сказки. Он и сам сочинял, чаще всего в духе Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, сказки для взрослых. В записях историка встречаются рассуждения о значении сказок, так как сказка, писал он, бродит по всей нашей истории. А себя он в молодости сравнивал со сказочным богатырем в раздумье, стоящим на распутье трех дорог. Детские годы маленького Васи неспешно текли в селе Мажаровке Городищенского уезда, что на правом берегу речки Суры. Позже семья перебралась в Пензу. Это были тяжелые годы в судьбе мальчика. Здесь, в Мажаровке, постигла Ключевского страшная трагедия – смерть любимого отца, Иосифа Васильевича, местного священника. Произошедшее настолько поразило 9-летнего Васю, что он начал заикаться. После смерти мужа вдова Анна Федоровна вместе с тремя детьми переехала в Пензу, купив маленький домик на улице Поповки. Пензенские годы Василия Ключевского – это время трудного учения и преодоления своего недуга – речевого невроза. Перспективы молодого человека были самыми незавидными. По слезной просьбе Анны Федоровны Ключевской, один из лучших учеников высшего отделения училища взялся репетировать ее сына. Репетировал он, естественно, бесплатно, поскольку денег у вдовы все равно не было. Васю подтягивали сразу по нескольким предметам – по латинскому и греческому языкам, а также по арифметике. Как звали этого доброго гения мальчика, мы точно не знаем, но его значение в судьбе Ключевского было исключительным. Уроки давались Васе в течение всего второго полугодия 1853 года. И тут случилось почти невозможное. Ключевский при помощи репетитора не только подтянул «хвосты» в кавычках, но и преодолел свое косноязычие. Результаты занятий с репетитором сказались сразу. В мае 1853 года Ключевский занял первое место в училище по большинству предметов. На окончательном испытании в июле 1856 года он получил оценки «отлично» и «хорошо» по всем дисциплинам. Заключение аттестационной комиссии гласило: «Ныне училищным начальством признается способным и достойным к поступлению в семинарию». Такой победой закончилось детство Ключевского, и с такого триумфа над собственной судьбой началась его юность. По мнению некоторых биографов, комплекс личной вины перед матерью и младшими сестрами, оставленными в Пензе, преследовал знаменитого историка на протяжении долгих лет жизни в Москве. Как свидетельствуют материалы личной переписки Ключевского, с сестрами Василий Осипович сохранил самые теплые отношения. Всегда стремился им помогать, опекать, участвовать в их судьбе. В 1869 году Василий Осипович Ключевский вступил в брак с Анисьей Михайловной Бородиной. Супруга историка стала домоседкой, вела дом и хозяйство, решая все практические вопросы жизни семьи. Сам Ключевский, как и всякий увлеченный своими идеями человек, в житейских мелочах был беспомощнее ребенка. Домашним секретарем Ключевского, его собеседником и помощником в работе был единственный сын Борис, окончивший исторический и юридический факультеты Московского университета. В московском доме Ключевских царила традиционная для старой столицы обстановка. Посетителю бросались в глаза старомодные домотканные половички и тому подобные мещанские элементы. На многочисленные просьбы жены и сына по улучшению быта, например, такие как покупка новой мебели, Василий Осипович соглашался крайне неохотно. Приходивших к нему посетителей Ключевских, как правило, принимал в столовой. Лишь когда находился в благодушном настроении, приглашал за стол. Иногда в гости к Василию Осиповичу приходили его коллеги-профессора. И все, кто общался с Василием Осиповичем Ключевским в неформальной обстановке, часто подмечали в нем чрезмерную экономность, скрупулезность, в мелочах острый язык и в то же время сдержанность, замкнутость характера. Он стал самым знаменитым историком России, маститым ученым, академиком, личностью всероссийского и даже мирового масштаба, но, тем не менее, не чувствовал себя триумфатором.
Прожив практически всю сознательную жизнь в отрыве от взрастившей его среды, он по-прежнему пытался сохранить верность себе настоящему хотя бы в семейном укладе, быте, привычках. У одних современников это вызывало недоумение и насмешки над «чудачествами» в кавычках профессора Ключевского. Других заставляло говорить о его «противоречивости», «сложности» в кавычках «эгоизме».